Что это? Я не знаю. Экстренный выпуск новостей. Группа археологов из 3 человек бесследно пропала в субботу утром. Раскопки проводились на территории древнего поселения. Полиция ищет волонтеров для помощи в поисках археологов. Алло, Матвей? Привет. У нас новое задание. Полиция и волонтеры прочесывают лес. Но я уверен, это не даст результатов. Думаешь, здесь замешаны потусторонние силы? Я в этом уверен. Раньше здесь был монастырь, но он сгорел во время пожара. Говорят, все монахи погибли, а сокровища монахов так и не нашли. Ты слышал? Пап, что это? Летучие мыши! Пригибаемся! Кажется, пролетели. Фух. Пап, смотри! Матвей, это инструменты археологов. Это значит, мы на верном пути. Они, наверное, здесь что-то нашли. Давай посмотрим повнимательней. Кажется, там что-то есть. Это страница из древней книги. Что это? Я не знаю.